Здравствуйте, мои уважаемые слушатели! Я, певец и композитор Сергей Колесниченко, решил заново спеть мою песню «Джана», которую я написал в 1991 году в городе Баку. Мне очень приятно, что она стала популярной, и многие певцы записывают ее в свои альбомы. И сегодня мне хочется предоставить на ваш суд эту песню в моем авторском исполнении. Это будет рано или поздно, но тебя я встречу, сердце говорит. Я живу надеждой, скоро в моей жизни будут перемены, сердце говорит. Ты в моей душе всегда одна, самая прекрасная моя. Только быть уверен должен я, Джана, что ты создана лишь для меня. Ты в моей душе всегда одна, самая прекрасная моя. По твоей манере страстно целовать, слушая твой голос, обнимая нежно, я не перестану тебе повторять. Ты в моей душе всегда одна, самая прекрасная моя. Должен я, Джана, что ты создана лишь для меня. Незаметно, и уже седины на моих висках. Но все-таки ж я верю, что ты есть на свете. Может быть, сегодня я смогу сказать: ты в моей душе всегда одна, самая прекрасная моя. Создана лишь для меня. Ты в моей душе всегда одна, самая прекрасная моя. Только быть уверен должен я, Айджана, что ты создана лишь для меня. Создана лишь для меня, что ты создана лишь.